Однажды, накануне Рождества, случилась встреча после лет разлуки, и, наконец-то, старые друзья смогли обняться, пожимая руки. Один другого в гости пригласил в свой новый дом на улице Столичной. Из деревушки, где он в детстве жил, приехал сельский паренек типичный. Никак не мог привратник у дверей понять, что хочет этот странный малый. В помятой старой кепочке своей таких людей ни разу не видал он. «Впусти его, то мой старинный друг», сказал хозяин сонный, поздно вставший. Тот с изумлением все смотрел вокруг, таких богатств ни разу не видавший. «Послушай, ты таким богатым стал, и все твои сокровища земные?» Хозяин дома жалюзи поднял и показал на здания большие. «Вот это биржа, дальше видишь банк, они мои, есть еще другие. Работал много я и стал богат. Ну, как у тебя дела, твои родные? Стоит ли церковь старая еще, в которую мальчишками ходили?» «Стоит. Я в ней служу уже давно, со всей семьей. Мы семерых родили». «Родили семерых? Вот это да! Моя жена детей иметь не хочет». «А где она?» «Умчалась по делам. Наверное, возвратится ближе к ночи». «Послушай, как я счастлив был тогда, идя босым по той дороге сельской. Я все б отдал, чтобы попасть туда. Я помню тот покой, живущий в сердце». «Ты стал таким богатым на земле, а в небесах достаточно вложений?» «Ну, хожу я в церковь в воскресенье, но в небесах моих нет сбережений». «Об этом я не просто так спросил. За деньги не владеют небесами. Покой, который раньше в сердце был, в каком из этих банков ты оставил?» «Ой, я бы все, наверное, отдал, чтоб тот покой вернуть себе обратно. А я бы свой покой не променял ни за копейку твоего богатства». Богач банкротом встретил Рождество. Ведь небеса не обрести за деньги. Бедняк же оказался богачом, ведь Рождество в его хранилось сердце. Богатство не измерить по деньгам, по имени, известности и славе. Богатство – это Царство Божье там, где Иисуса Господом избрали. Отдай себя, и Он изменит все, и каждый долг твой будет им оплачен. Там в сердце вечной жизни Рождество. Нет в мире сердца этого богаче.